Авито. Дело в доверии. Хотите, чтобы ваш дом понимал вас? В торгово-выставочном комплексе «Экспострой» на Нахимовском есть все для создания идеального интерьера. Нахимовский проспект, 24. «Экспострой» на Нахимовском. Если делаешь для себя. Авто 49. Добрый день. У вас зимняя резина есть? Да, любые размеры и самые низкие цены. Все так говорят. Скажем иначе. Найдешь дешевле? Вернем разницу. Плюс подарок. До 30 ноября. Акция в магазинах Авто 49 и Биби. Подробнее на auto49.ru. Приходите в мой любимый аквапарк Карибия. Веселитесь и отмечайте детский праздник в Карибии. Знаете? Самое серьезное шоу ежедневно по будням с 11 до 15.00 на 102.5 FM. Не переключайте. Все, рубец. А нельзя так, нет? Опа. Положение нахуй, блядь! Понимаешь ты, блядь? Гандон, блядь! Смотри, если положение. Я ставлю. Положение нахуй! Хули где твои понятия нахуй? Баран ты, блядь! Две полосы! Баран, блядь! Сука ты, блядь! Уровень нахуй! Уважаемый человек, успокойтесь! Сука, блядь! Нет у тебя понятия, нет! Жизни нет у тебя, понимаешь? Женету, блядь! Ты по жизни такой человек, и будешь! Ты издеваешься надо мной, нахуй! Я ехал по правилам, уважаемый человек! Дебил, нахуй! Ты видишь, я положение, где... нахуй! Какое положение? Издевался надо мной, да? Какое положение? Издевался, нахуй, сука ты, блядь! Я там со мной... Я сейчас шею, нахуй, вот так, переломай, нахуй! Хорошо! Сука, блядь! Гори попадешь, блядь! Ёбнулся, что ли? Дебил, блядь! Надо сохранить. Да, сохранить. Так в мере движ шарахнулся. Я думала, сейчас они там еще кто-то вломится. Сейчас такую аварию заснял. Ну, самой аварии не видно. Сейчас аварию заворачивал когда на с Красного пути на Кемеровскую. Заснял, короче, этот. Передо мной на себе Силансер стоял. Он вылез на полдороги, когда еще зеленый горел. Ну, что все по Красному пути едут. И Мерседес, короче, начал вот удара уходить, чтобы не бить Лансера, короче. И... А я тебе перезвоню, Зая. Только сейчас натяжные потолки заполнены 34-00-43. Весь июль меняй старую технику на скидку до 5000. Плиты, стиралки, холодильники, встройка с отличной экономией по обменам. Курс обмена в вашу пользу. В Технософии. Сдаются в аренду торговые места площадью от 10 до 15 квадратных метров. Под свежемороженую и готовую продукцию на рыбном рынке. Новый зал, выгодные цены. Телефон 575-576.
идиот, блядь. Ты чё, блядь, перепутал дорогу, что ли, блядь? У тебя жена когда-нибудь беременна была? У меня жена беременна вот сейчас. Вот, вот сиди, на 11 месяце. Где у неё живот, блядь? Чё ты, блядь, имел? Ну что, блядь, сука ёбаная! Ёбаная, блядь. Lane, both Will Power, who you're riding along with, and Scott Dixon, you see him right in front of him. They will pit literally front to nose to tail. Right here is Will Power hits a stall. Scott Dixon hits a stall. Neither driver wants changes on their car. They'll both put on stick air red tires and see who can win the race off pit road. Remember, Power's guys had a slow stop. Whoa! Dixon will hit the race, and he hits a guy from Will Power's crew here on pit road. I think at least two are down. Tight, tight pit there. I mean, you could see that coming. Oh, you hate to see that. And to see them both up, at and least. And very risky. The anxiety of everybody. Let's watch this here. See how the right rear is kind of, boy, that's just tight. Whoa. Well, he's walking. The pit crew member is walking casually with the rear tire sort of hanging out. Yeah, and that collected and the rear left, didn't it? I don't know. I mean, we have to see it at a different angle. It's tough to put that on Scott. You would expect the crew member to do everything see he can to get out of the way. See how he's pushing the white line right here? Yeah, but watch this guy. Look at him. Look at him walk there with the tire in his hand. Didn't even look like he was looking at Scott. He didn't place in baseball. Yeah, I'm just being the conspiracy guy that I am. I'm looking at it going, you know what? I'm going to hang out here, and I'm going to make him go around me. And maybe that, you know, so, yeah. I mean, we've seen that a lot in racing. Incident involving the gentleman that Marty just told us about. This is Scott Dixon exiting his pit box, and this is Travis Law holding the tire, and boom. Yeah, I would certainly not put any blame on Scott Dixon for that. None whatsoever. So, I mean, whatever comes in the review comes up, but I set it up. See, yeah, here you can see those white lines are for the Cup race. They are not for the IndyCar race. And Townsend, you're correct. You can see the very end of Will Power's pits, and right where that target sign was is where Scott Dixon's pit actually began.